ЛГЭК судится с ЛГЭКом. В арбитражном суде удивительный процесс. Липецкая городская энергетическая компания подала в суд на одноименную управляющую компанию. Требует 1 000 000 рублей. Поставил ответчику питьевую воду через присоединенную сеть на объект ответчика и принял сточную воду общей стоимостью на 1 291 614 рублей 91 копейку. О создании собственной управляющей компании ЛГЭК заявила 2 года назад. Обещала, что захватит не меньше половины коммунального рынка Липецка. И все за счет невиданно высокого качества обслуживания. Штат там инженеров, линейного персонала, обученного, нормально, который этими знаниями там может поделиться. И вовремя там существующая аварийно-диспетчерская служба. За счет большого охвата мы можем добиться там эффекта масштаба, оптимизации издержек. Клиент управляющей компании ЛГЭК пытается ее найти. За железной дверью пустота. О существовании обслуживающей организации напоминает только квитанции. Каждый месяц 400 рублей. Отопление снедали, я не знаю, когда вот, обещали 15 октября. Управляющая компания ЛГЭК обещала в суд явиться, но тоже слово не сдержала. Да, оно и понятно. Убытки за прошлый год 500 000. А тут еще долг. Можно только расписаться в собственном бессилии. Бизнес есть бизнес. Теоретически вроде прибыльный, на деле... Ну, все от метров зависит, все зависит от объема. Что, работает кран? Пытаемся закрывать. Вот, закрыли воду, вот на всю, абсолютно. Это нормально? В результате работы управляющей компании ЛГЭК деньги ОАО «ЛГЭК» утекают в никуда, как и амбиции энергетического гиганта. Под натиском коммунальных проблем авторы идеи ЛГЭК господства признает, план не сработал. Задача по аккумулированию большого объема там, жилья под управлением управляющей компании не решена, да? Но этот шаг позволил взбодрить другие управляющие компании. Теперь ЛГЭК ждут долгие суды с собственным детищем ради собственных денег, а управляющая компания ЛГЭК официально заявляет о прекращении своей деятельности. Дальнейшая судьба десятка домов остается неизвестной. Майя Евглевская, Юрий Талдыкин, ТВК Новости.